И всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами снова я, Матохин. Сегодня у нас новый видеоролик на нашем замечательном и просто чудесном канале. Вот, сегодня у нас Garry's Mod. Сегодня у нас вот этот замечательный ключик у меня в руке. А значит, охренительная подводка к видео моим голосом. Вот, давайте начинать. Сегодня у нас троллейбусы. Вот, и сегодня у нас вот такой вот БКМ 321, как еще его называют, АКСМ 321, но мне проще БКМ 321. Вот, это новая версия. Вот, у меня по городу ездят такие, но в немного другой раскраске. Вот, да. Сегодня покатаемся по 9 маршруту, потому что по 2 мы катались. Вот, а 9 маршрут, он вроде такой небольшой, он у нас до универсама, не знаю, почему здесь написано улица Стасова. Так, ну, в кабину нельзя зайти. Так, можно стартовать. Да, только я не сделал вот этого, да, ключ не повернул. Теперь можно ехать. Только аккуратнее, на БКМ надо поаккуратнее. Все-таки... такой жесткий. Не знаю, у него руление какое-то такое, знаете, тяжелое. Хоть и гидроусилитель включаешь, все равно тяжеловато поворачивает. Наша первая станция — улица Цеткин. Так. А, стойте. Я думаю, что-то я не так сделал. Да. Так, открываем дверь. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — площадь имени маршала Жукова. Ну, бывает. Так, закрываем дверки. Поехали. Как раз зеленый сгорелся. И можно ехать. Я надеюсь, вы поставили лайк. Вот, за то, что наконец-то вышел ролик. А если вы впервые на канале, то я надеюсь, вы и подпишетесь. Вот. Чтобы больше выходило роликов, надо больше... больше активности. Остановка — площадь имени маршала. Так, куда я поехал? Стоять, стоять. Не надо ехать. Это тот... вот это не надо. Также эта карта все-таки тот же Пензенск. А он говорил? А он... ну ладно. Так. Пензенск. Карта, да. Вот, не знаю, скорее всего, уже последняя серия на нем. Надо уже заходить на какие-то другие карты помимо Пензенска. Вот, а то один Пензенск, Пензенск, Пензенск. Ну, считайте, успели. Хорошо, проезжаем все. Просто я немного, знаете, так, подсыковываю ехать от первого лица, когда надо переводиться влево. Опа, вот так вот хорошечно остановились. Осторожно, двери закрываются. Да. Следующая остановка — диспетчерский пункт Арбекова. Давай, давай, давай. Остановка — диспетчерский пункт Арбекова. Осторожно. Вот. А то я что-то прослушал. Городская больница номер 6. Прослушал и теперь мучаюсь. Но у нас небольшой этот маршрутик, он такой коротенький вроде бы. Так, вот мы не аж черновки. Остановка — городская больница. И пассажиропоток у нас не особо здесь большой. 4 человека сидит, нормально. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — универсам. Вот этот
проезд. Я не особо люблю эту, как сказать, это кольцо. Оно реально анальное кольцо. Аккуратненько все проезжаем. Самое главное — это аккуратность. Вот это я вовремя, блин, нажал газку. А здесь мы проедем. Здесь все будет прекрасно. Вот наша конечная станция. Универсам 175. Но почему-то она называется улица Старшего. Остановка Универсам. Сейчас мы поедем в обратном направлении. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — площадь имени маршала Жукова. Ага, нормально, кстати. Так, надо маршрут и установить. Да. Так. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Теперь он вроде все правильно сказал. У нас ноль пассажиров. Так что ничего страшного, что мы... У нас такая заминочка была с информатором. Никто этого не услышал. Я надеюсь. Так. Светофорчик. Ну, да, мы проехали половину маршрута. Нам осталось не так уж и много. И уже мы снова приедем на нашу первую конечную станцию. Так, все, можно ехать. Автодорожный колледж. Остановка Автодорожный колледж. Так, почему так давно не было троллейбусов? Ну, троллейбусы, они, как бы сказать, ну, надоедают порой. Двери закрываются. Вот. Следующая поэтому остановка... постоянно я их не снимаю. Ну, потому что можно доесть, к тому же, знаете, YouTube капризничает, и просмотры порой падают от того, что ты записываешь однотипный контент постоянно. Вот, а мне бы этого не хотелось, чтобы вам не рекомендовались мои ролики, вот, либо же там, да, вы не замечали каких-то из моих роликов, чтобы оставались без моих замечательных, просто прекрасных, просто блаженственных роликов, вот, так никто не делает. Это ай-яй-яй прям. Так что вот так как-то. Так что приходится разбавлять роликами. Также ролики по BeamNG Drive тоже очень хорошие ролики, не знаю. YouTube просто не хочет мои ролики рекомендовать. Улица Чкалова. А они неплохие. Неплохие, даже очень хорошие, над которыми я стараюсь. Следующая остановка. Так, мне придется еще и на красной стоять. Это печально. Уважаемые жители и гости нашего города. Госавтоинспекция города Пенза напоминает вам, что во время движения транспортного средства нежелательно без необходимости передвигаться по салону, а также необходимо крепко держаться за поручни и спинки сидений. Спасибо, что информируете меня об этом. Вот. Если что, я могу дать кому-нибудь порулить, блядь. Чтобы скучно не было. Почему бы и нет? Могу уступить свое место, так сказать. Ну вот, наконец-то. Так, аккуратнее.
таким образом все мы проезжаем. Так, здесь потихонечку. Кстати, вот сегодня с информатором катаемся. Вот, с информатором это классно кататься. Вот. Не надо объявлять самому остановочки, хотя этого ни разу не делал. Но ничего страшного. Так, вот наша предконечная остановка. Так. Остановка площадь имени маршала Жукова. Следующая у нас уже конечная остановка. Там багует балкон, и это выглядит очень страшно. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка конечная, улица Клары Цеткин. Также, если вам реально понравится этот ролик, вот, если вы досмотрели уже его до этого момента, вот, я говорю, что вы, во-первых, красавчики, а во-вторых, можно... Я могу записать ролик по, как бы сказать, троллейбусному маршруту экспресс на Пензенский версии 2, там что-то World Edition 5.10 5 утра, вот, и короче там типа экспрессовая линия есть от Пензенска 3 до, короче, до вокзала, и если вы захотите, я могу ее снять. Вот, и прокатиться по ней вообще, что да как. Вот, но это все зависит от ваших лайков. Вот такой у нас маршрутик сегодня вышел. Надо встать. Да. Вот такой маршрут у нас сегодня получился. Прокатились с вами, классненько. Вот, небольшой такой выпуск у нас получился. Вот, у нас сегодня был БКМ 321 NEF. Вот, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте колокольчик, чтобы все время мои ролики попадались к вам. Спасибо всем за просмотр. С вами был я, Матохин. Всем удачи, всем до скорого и пока-пока.